С добрым солнцем, пусть уже таким переменным, уходящим, оставшимся. Предлагаю сыграть вот эту песню. Я ее записывал, помню, на заре 21-го года, но там гитара была старая, камера тоже, в общем, и строй стандартный, в отличие от того, который сейчас на полтона. Сердца. Устроим праздник и забудем своих мучителей, забудем. Вот сквер пройдемся ж до конца, найдем любимейшую дверь, за ней ряд кресел золочен, куда с восторгом увлечен внесем мы тихий груз своих потерь, внесем мы тихий груз своих потерь. Какая музыка была, какая музыка звучала, она совсем не поучала, а лишь тихонечко звала, звала добро считать добро и хлеб считать благодеянием, страдание вылечить страдание, а душу греть вином или огнем, а душу греть вином или огнем. И светит полуночный зал, нас гений издали приметил, и, взглядев, кивком отметил, и даль, и ну показал. Там было очень хорошо, и все вселяло там надежды, что смеет жизнь свои одежды. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля. На пол музыка сердца. Вы уже, должно быть, привыкли к тому, как я умею переодеваться на ходу. Сейчас у меня гитара на полтона выше, но это ничего не меняет. Разбираем по аппликатурам, как положено. Третий лад, си бемоль мажор. Я, если честно, сам даже не знаю, может быть, не стоит говорить это предисловие каждый раз. Возможно, кого-то оно путает. Но просто я помню по себе, например, сверял что-то, не совпадало. Поэтому следует пояснять, что открытый сейчас, конечно, соль диез мажор, формально, а не соль мажор. Но мы представим, как будто это соль мажор, как положено, и у автора был в оригинале соль мажор открытый. Поэтому, естественно, на третьем ладу себе моль мажор. А вот седьмого лада, называемый большой звездой, это соль минор. Переборы будем использовать обычные: бас, третья, вторая, первая, вторая, третья. Тут, наверное, лучше взять его не колечком, а барышкой, чтобы ехать. А хотя тут как получится. Нам, в принципе, отсюда, с третьего лада, на седьмой потом ехать ре мажор. Нужны только первые три струны и бас седьмая. Поэтому, может быть, вот то, что у нас средний лежит на первых трех,
Сыграли, большой подняли, средний себе едет на здоровье. И потом соль, ну здесь все равно придется, наверное, снимать для удобства. Потому что я привык вот эти вот фигурки брать, чтобы у меня указательный на третьей струне стоял. Поэтому бог с ним. Барешка. Ставим еще на первую струну, на пятый лад, мизинец в моем случае. Играем с шестой. То есть сначала первая зажата. Потом, как сыграли, палец поднимаем. Это такое вступление небольшое. Потом чередующийся бас четвертая. Естественно, зажата. И аккорд чистый. Си бемоль, мажор. Затем еще раз повторяем. Только палец у нас не стоит на первой, а мы его ставим, когда до нее доходим правой рукой. И опять так же потом четвертая, как чередующийся бас. Наполним си бемоль мажор музыкой. Ре мажор на седьмом, как я сказал, музыкой. Тут нет украшений, вроде бы. Но они не возбраняются первую, допустим, на восьмом прихватить. Но вообще в оригинале вроде нет. Сердца. Это соль минор. Третья на седьмом указательном. Пятая, четвертая на восьмом я взял одним средним. Первая, вторая на том же восьмом одним безымянным. Бас. Шестая и четвертая как чередующаяся. Сердца. Фа мажор. Это лестница. С пятого, третья на пятом также указательном. Пятая на шестом среднем, вторая на шестом безымянном, первая на седьмом мизинцем. Устроим праздники, здесь басы нечего чередовать, все время пятая фа. Устроим праздники, опять си бемоль мажор, избуден. Едем, ну естественно с характерным звуком, сюда на седьмой лад, ре мажор, соль минор, своих мучителей. Те же басы чередуем, забудем. Фа мажор. Вот сквер, си бемоль мажор, пройдемся. Ля мажор, на соседний второй лад съезжаем. Здесь как раз удобно, ничего переставлять не надо. Ну, в принципе, я иногда ля 7 играл, то есть третья у меня была открытая. Пальцы ставил по тому же принципу, допустим, средний на басах, там шестая и так далее, и безымянный на первых двух. Ну зачем, если здесь удобно просто вот приехать? Пройдемся ж до конца и едем на ре мажор на седьмой лад. Ставим еще первую для украшения на девятый. До конца. Сначала с ней играем. Бас, третья, вторая, первая, вторая, третья. Потом поднимаем. Первая, вторая, третья. Тут без баса. И сейчас переходим на фа. До конца. Тоже играем с басом. Первую, вторую, третью. Тут нам нужно просто уложить все эти аккордики. До конца. Вот так. Си бемоль, опять мажор. Найдем любимейшую. Ну тут что можно чередовать? По-моему, ничего там не чередуется. Шестую, седьмую? Нет, это как-то слишком пафосно. Ну можно шестую, четвертую, но хотя у нас сейчас тоже будет ре минор. И там будет фа, четвертая, как чередующаяся. Найдем любимейшую. Две. Вот он, ре минор, как соль минор, то есть в формате большой звезды. Со второго лада теми же пальцами я брал. То есть третья на втором, пятая, четвертая на третьем, первая, вторая также на третьем. Играю с пятой, то есть не седьмой ре,
а так по-визбровски. Две. Чередуем с четвертой. Дальше соль мажор с семеркой первой на третьем. За ней ряд кресел. Можно шестую и четвертую чередовать, но, по-моему, там в оригинале не чередуется. За ней ряд кресел. Можно один раз с семеркой, второй раз открыть будет чистый соль мажор. За ней ряд кресел золоченых до минор. Это тоже большая, только с нулевого, то есть третья открытая. И на первом ладу пятая, четвертая. Первая, вторая. Те же пальцы. Средний и без мят. Долго держим до минор. Можно чередовать пятую, четвертую. Можно все время бахать по пятой до. Золоченый. А там, знаете, как идет? В первом, допустим, куплете не чередуем, а во втором чередуем. То есть в таких мелочах, нюансах поле для фантазии есть. Тут нет никаких жестких прям критериев. Золоченый. Куда? Тем более у нас долго звучит. С восторгом фа мажор. Увлеченный си бемоль мажор. Ну здесь с украшением можно. Первое на пятом сыграли и сняли. Увлеченных. И соль с семеркой. Опять же, можно чистый соль мажор, допустим, или в одном куплете сыграть с семеркой, в другом чистый. Увлеченных. Внесем мы тихий. Увлеченных. Внесем мы тихий. До минор. Фа мажор. Груз свои. Потерь. Си бемоль мажор. Соль. С семеркой. Внесем мы тихий. До минор. Фа мажор. Груз свои. Потерь. Си бемоль. И как начинали. Также с украшением. Потом поднимаем палец с первой струны пятого лада. Чередующийся бас четвертая. Фа. Пати. Какая? И пошел второй куплет. Музыка была. Дальше играем также те же аккорды. Ну, во втором куплете разнообразие ради можно поначалу либо вниз первую долю аккорда играть. Какая? Музыка была. И дальше также третья, вторая, первая. Можно цеплять басы три нижних. Была. Какая музыка звучала. В третьем куплете этого нет, там все обычно играется. Она совсем не поучала. Алиш, тихонечко. Алиш. Рановато переехал. Тихонечко. Да еще не туда добавок, на ре сразу поехал. На ноля сначала. Звала. Вот. Ну, в третьем куплете на оригинальной записи нет вот этого украшения на первой струне. Там просто идет ре мажор и фа сразу. Так, ну и концовочка какая у нас. Вот сыграли мы. Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Просто повторяем первую строчку. Наполним си бемоль мажор, ре мажор музыкой. Ну, можно с украшением. Сердца, соль минор. Сыграли бас родной, шестая, открытая, третья, вторая, первая, вторая, третья. И вниз провели. Сердца. Вот и все. Ну, я с пятой провел. Струны.